здравствуйте! Вы на канале Time Study, с вами Екатерина Фирсова и класс «Женская пластика». На наших занятиях мы будем с вами учиться чувствовать свое тело, ощущать вообще в каких... какие возможности вашего тела. Будем пробовать разные варианты наверху, танцевать наверху, танцевать в партере. В общем, наша задача, я хочу, чтобы в результате наших занятий вы могли танцевать под любую музыку, чувствовать себя комфортно, чтобы это было пластично и красиво. Поэтому мы с вами здесь будем заниматься тем, что будем развивать нашу грациозность, нашу женственность и сексуальность. Начнем с того, что просто почувствуем наше тело. Встаньте, пожалуйста, равномерно на две ноги. Слегка покачайтесь, почувствуйте вес своего тела. И мы просто подтягиваемся, как будто после сна. Мягкие руки, глубокий вдох. И плавный выдох. И еще раз. Прям потяните себя наверх. Соберите замочек за спиной и уведите плечи назад, грудь вперед, взгляд вверх. Хорошо. Мягко вращаем плечи назад и раскрываемся. Все движения очень плавные. В темпе музыки сливаемся с музыкой и также мягко двигаемся. И по одному плечу немножко скручиваемся назад. Бедра на месте, двигаются только плечи. Спокойно дышим. Прям расслабьтесь и получайте удовольствие. Вдох. Плечи назад. Вдох. Выдох. И два плеча назад, раскрывая грудную клетку. Хорошо. Тянемся плечиком к стеночке, бедра на месте. Сдвигаем только верх корпуса. И руки мягкие. Руки как будто водоросли в воде. Очень плавное движение. Хорошо. И теперь на вдохе прогнулась, округлилась, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Грудную клетку вперед, назад. Оттолкнулись от стеночки, расслабили шею, плечи к ушам. Вверх. Плечи вниз и руки за себя. Прям потянуться локтями назад. В пояснице не гнемся. Наклон. И внизу расслабились. Сбросили голову, отпустили шею. Раскручиваемся мягко. Вытягиваем левый бок. Таз смещаем влево. И как струна натягиваемся, расслабляем боковые мышцы. Вернулись. Вдох. Бедра вправо, вправо, вправо. Натянуть резину. Еще. Выдох. Вдох. Правая рука. Бедра точно в сторону. Немножко сели вниз, раскачиваем таз вперед-назад. Изолированно двигается только таз. Как на шарнирах. Ручки над головой. Копчик под себя, копчик назад. Почувствуйте, как может двигаться только ваш таз отдельно от всего тела. Хорошо. Руки в стороны, поднимаем правый бок, левый, правый. Прям подтащить тазовую косточку наверх, сжать бок, сжать, сжать. Да. Немножко работают колени, правая вытянулась, левая. Просто раскачайте свой таз из стороны в сторону.
руки над головой. И старайтесь не напрягать лишние мышцы. Спокойно тянемся вверх и поясницу не зажимаем. Угу, снова вперед-назад. 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 Молодцы. И пошли по квадрату. Вперед-вправо. Раз, два, назад, три, четыре. Раз, два, мягко, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. И плавно соединяем в круг, ручки в стороны. Перекатываем, как будто яблоко по тарелке катается. Мягко, мягко, мягко. Акцент назад, копчик назад, вперед. Назад, вперед. Угу, хорошо. И в другую сторону. Назад, вперед. Назад, только таз, мы тянемся макушкой вверх. Угу, отлично, вдох. И сложились с выдохом плотно в складочку, прижались к ногам, лоб к ногам. Раскручиваемся. Угу, встали чуть свободнее. И рисуем бедрами восьмерку. Правое бедро вперед, в сторону, назад. Левое вперед, в сторону, назад. Прорисовываем вот такую бесконечность бедрами параллельно полу. Руки в стороны. Просто сейчас задача почувствуйте свои бедра, как они могут двигаться отдельно от всего тела. В сторону и в сторону. И раз. Почувствуйте вес тела, переносите его с ноги на ногу. Мягко вправо, влево. И руки свободные снова, как будто в воде. Движения очень мягкие. Правое бедро, левое. Правое, левое. Угу. Молодцы. Не зажимаемся, спокойно дышим грудью. Вдох и выдох. Грудная клетка поднимается вверх, вниз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Грудь в потолок, грудь вниз. В потолок, вниз. Вдох, выдох. Прям надуться и немножко сжать диафрагму. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. И теперь волна. Сжали диафрагму. Выдвинули грудную клетку вперед. Поднимаем вверх и опрокидываем назад. Снова грудь вниз. Выдвигаем вперед, вверх. И опрокидываем назад. Вниз, вперед, вверх, назад. Вниз, вперед, вверх. Представьте, что у вас вот здесь ковшичек. Вам нужно в ковшик налить воды. Да. Вот сюда налила воды, опрокинула на себя. Вот, да. Опять налила сюда воды, опрокинула на себя. Вперед всегда вдох, назад всегда выдох. Вдох, выдох. И прям раскачиваемся только верхом. Налила воды, опрокинула. Опять сюда налила. Угу. Хорошо. Теперь назад. То же самое. Представьте, что вас за бедра держат. Мы уходим назад, вперед. Назад, вперед. Лопатками, плечами назад, вперед. Назад. Все то же самое, только акцент поменяли. Назад. И назад. И назад. Положить немножечко себе на лопатки. Угу. Молодцы. Сели. Опрокинули копчик назад. Подобрали, зажали ягодицы и прокатили таз вверх. Села, прогнулась, забрала копчик и вверх, волна тазом. Сесть, копчик, вверх, выросла.
сесть, поджала копчик, вверх, выросла. Волна вперед, вперед. Ты делаешь назад, вот, да, вперед, вперед. Такое ощущение, что вы бедрами как будто воздух подталкиваете вперед и наверх, вперед и наверх. Ага, попробуйте ножки вместе поставить. И сразу привыкаем, чтобы у нас не болела спина, мы расслабляем поясницу. И делаем без лишнего напряжения, мягко, как кошки, как будто пластилиновый позвоночник. Руки над головой и продолжаем. Поставили себе шарик на колени мысленно и от колен его прокатили до груди. И вытолкнули его наверх. Угу. Немножко пяточки могут подниматься, чуть-чуть совсем. Хорошо. Расслабились. Широкая позиция. Колено. Круг от себя. Круг от себя. Из центра наружу. И вес мы переносим в правую стопу, в левую. Прям прокатываем от большого пальчика к мизинцу. Угу. Подключаем немножко бедро. Полукруг назад. Полукруг назад. Хоп, пятка в пол. Хоп. Угу. Отправляйте таз сейчас влево. Теперь вправо. Качаемся влево. Бедра больше смещайте. Чик. Еще. Раз. И раз. И раз. И раз. И раз. И раз. Ускоряемся. Угу. Хорошо. Колени. Внутрь. Внутрь. Мягко греем. Угу. Отлично. Собрали ножки, только полупальцы. Угу. А теперь в два раза медленно и прогнулась. И мягко. Представьте, что у вас хвост павлиний. И вам нужно его каждый раз успеть раскрыть. Назад. Назад. Выдох. 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 Только таз. Чик. И чик. И чик. И плечи вниз. Делаем по три с паузой. Раз, два, три, сижу. Раз, два, три, сижу. Три, сижу. И подряд без пауз. Чик, 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 чик. Руки свободные внизу. Как будто идем на месте. Пять, шесть, семь. Восемь, вдох. И в складочку плотно прижались ребрами к ногам. Как можно плотнее. Медленно вверх. Вообще в идеале сочетать женскую пластику, занятия женской пластикой со стретчингом. Тогда вам будет комфортно. Вы будете танцевать. На стретчинге вы будете тянуться, и вам будет намного легче, вы будете гибкие и пластичные. Поэтому, если есть такая возможность, пожалуйста, комбинируйте занятия. Продолжаем. Давайте уйдем вниз и опустимся в кошку. Сейчас просто почувствуйте, как гнется ваш позвоночник. Начиная с копчика, мы как кошка выгибаемся. И начиная с копчика, мягко прогибаемся. Раскрывая грудную клетку, прогибая поясницу. Вот он, поясничный прогиб, который у нас таз назад прогнулась поясница. Вот он, прогиб, который участвует во всех волнах, да, который мы сейчас делали стоя. Подобрала копчик, округлилась. Начиная с копчика, прогнулась и пропустила волну по всему позвоночнику. И еще раз вниз. И вверх. Без гибкого позвоночника, без гибких мышц спины очень сложно, поэтому такие упражнения просто необходимы. Мягко прогнулась внутрь.
И наружу. И еще разочек. Хорошо. Садимся. Ножки в пор перед собой. Поставили руки за таз. Работает только грудная клетка. Вперед, назад. Вперед, назад. Изолируем верх корпуса. Вдох, выдох. Вдох. Старайтесь сильно в плечи не проваливаться, чтобы не было вот такого. Чуть-чуть меньше амплитуду. Да, и больше грудь вперед и наверх. Вдох. Вдох. На вдохе у нас, естественно, поднимается грудная клетка, поэтому мы всегда прогибаемся на вдохе. Учитесь правильно дышать, вам будет легче танцевать. Вдох. Хорошо, остались в прогибе, убрали пальчики назад, откинули голову. Вернулись. Снова пальцы вперед. И делаем круги грудной клеткой. Вправо, вверх, влево, вниз. Вправо, вверх, влево, вниз. Сдвинула, подняла. Сдвинула, опустила. Сдвинула, подняла. Соединяем плавно круг. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вот перед вами мольберт. Ваша задача грудью нарисовать ровный круг прямо перед собой. Не перенапрягаем поясницу. Спокойно помогаем себе руками, отталкиваемся руками от пола. И пошли в другую сторону. Вдох. И вдох, и вдох. И вы можете делать медленней. Отлично. И вышли в полумост, остались. Опускаем. Открываем правую ножку. Левая перед собой, вот такое положение, сидим на двух ягодицах и упор на руки, завалились на руки. Волна тазом, как мы делали с вами стоя. Таз вверх, прогнулась, села вниз на копчик. Поджала копчик, вытолкнула таз вверх. Наверху прогнулась и тянусь копчиком вниз-вниз, да, в прогибе сажусь. И вверх, мягко вниз. Да, почувствуйте, как в этой плоскости может двигаться ваш таз. Помогайте себе руками. Вверх, вниз. Вверх, прогнулась, села. Вверх, прогнулась, села. То есть наша задача сесть прямо на копчик. Вверх, прогнулась, села. Вверх, прогнулась, села. Последний раз. Хорошо. И округлилась. Сбросила напряжение. Поменяем ножку. Левая к себе, правая в упор. На руки. Как будто ягодицами взяла монетку с пола. Подняла ее вверх. И снова положила вниз. И вверх. Вниз. Молодцы. Как змея. Позвоночник очень подвижный и мягкий. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Еще. Опирайтесь на правую стопу. Округлилась, прогнулась, села. Вверх. Прогнулась, села. И последний раз. Супер. Оттяжка. И вытянула ножки перед собой. Колени правое, левое. Правое, левое. Прям ездят ножки по полу. Стопа вытянута. Одна стопа все время вытянута. Вверх. Держим спинку. Теперь
сложилось, раскрутилось, колено, 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 вверх, сложилось, раскрутилось, и вот уже когда наполовину раскрутилось, включаются колени, колени, голова, сложилось, пошла вверх, колено, 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 колено. И еще раз. Сложилось, раскручиваюсь. И вверх, 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 вверх. Хорошо. Ложимся на спину. Пока все только для подвижности позвоночника. Почувствуйте тело. Танцевать будем постепенно. Невозможно, да? Все понимают прекрасно, что не могу вам сразу дать что-то такое супер фееричное, и мы все такие хоп и затанцевали. Поэтому давайте будем постепенно входить. Руки в стороны. Снова волна. Поднимаем себя за копчик вверх. Отклеиваемся от пола. Наверху копчик вниз прогнулась и опускаемся также волной. Поставила копчик на пол. Положила поясницу. Снова вверх. Вытолкнула таз, наверху в самой верхней точке прогнулась. И идем копчиком вниз. Прижала поясницу вверх. Наверху прогнулась и вниз. Продолжаем пробовать. Руки расслабьте и пятки чуть ближе к тазу. Угу. Наверху прогнулась, да. Копчиком вниз. Да. Угу. Хорошо, да. Прям вот эта волна. Та же самая, только лежа. Попробуйте руки убрать за голову. Угу. И ножки чуть уже, практически вместе. Вверх. Вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз. Отлично. Руки в стороны, ножки вверх. Делаем петлю ногами, посмотрите, к себе. И как будто вкрутила ножки вверх. Закрутила, вниз, другую диагональ и вверх. Раз, два, и как будто куда-то вставила. Хоп, натянутые стопы. Раз. Два, три. Да, маленькая амплитуда. Слегка скручивайте колени в одну сторону, потом в другую. И чуть активней. Раз. 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 Сильно не сгибаем, чуть-чуть. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. И открылась левая ножка в сторону. Правая согнута, потянули паховые мышцы. Нога полностью вытянута. Медленный вдох, медленный выдох. И поменяли ногу. Вытягиваем правое колено и руками изнутри раскрываем. Расслабили паховые мышцы. Хорошо. И снова поставили ножки. Пробуем круги тазом. Руки расслаблены. Подняла таз вверх. Опираюсь на пятки. Делаю круг, как мы делали стоя. Вверх, в сторону, вниз, в сторону. Вверх, в сторону, вниз, в сторону. Вот они, четыре точки. Раз, два, три, четыре. И мы их плавно соединяем. У нас получается вертикальный круг тазом. Вот здесь нужно все расслабить, кроме ног. Стопы вас держат, а таз абсолютно расслаблен, и он перетекает. Представьте, внутри таза шарик, и вы катаете этот шарик. Не напрягая плечи и лопатки. Чем более расслабленный ваш верх, тем красивее. Должно быть ощущение, что вы вообще не напрягаетесь, вам очень легко. Только ножки вас держат. Давайте в другую сторону. По кругу. Угу.
Получается, что у нас то одна тазовая косточка наверху, то другая. И мы перетекаем. Отлично. Вниз. Ноги к себе. И расслабились немножко. Угу. Встаем. Давайте шею тоже подготовим. Встали уверенно на две стопы. Опрокинули голову ухом на плечо. Мягко перекатили вниз. Ушком на другое плечо. И также медленно обратно. Вниз. Сейчас лучше волосы либо распустить, либо сделать высокий хвост, для того, чтобы вы помогали себе. За счет волос чувствовали инерцию. Голова тяжелая, тяжелая. Прям шею расслабить. Мягко перекатываем. И отсюда пойдем на полный круг, очень аккуратно, без резких движений, прокатываем по кругу. Медленно, медленно, не торопитесь пока. Очень бережно. И в другую сторону, аккуратно назад, аккуратно вперед. Когда голова вперед, мы немножко округляемся в грудной клетке, сбрасываем плечи. Прям катаем ее, как яблоко по тарелочке. Еще круг. На центр и вверх. И теперь попробуйте, пожалуйста, сделать замах головой. Волосы мы уже убрали. И делаем мах головой влево. По инерции. И снова анфас. Фокусировалась голова ровненько. 6, 7, 8. 6. Когда вы делаете вот этот круг, можно чуть-чуть сесть, самортизировать колени. Слегка смягчить, чтобы он получился такой снизу вверх выброс. А, ну, не падай. Держи баланс. Один раз сделала, хоп, сфокусировалась. Попробуйте поставить левую ножку на полупалец, полностью встаньте на правую пятку. Угу. Нога ближе к стопе. И отсюда мы делаем мах, 2, 3, 4. Мах, 2, 3, 4. Щух. 2, 3, 4. Хорошо, и поменяли ногу. Стоим сейчас на левой, правая рядышком. И круг у нас пойдет по инерции вправо, да? Вправо-назад. Угу. Приготовились. 5, руки как удобно, соберите куда-нибудь. 7, 8. Щух. 2, 3, 4. Закинула. 2, 3, 4. Оп. 2, 3, 4. И еще раз. Хорошо. Это должно быть тоже привычно для нас, да, потому что это очень красиво. Всякие штуки, когда мы будем внизу подбрасывать свои волосы, да, тоже. Наша шея должна быть вообще крутиться во все стороны. Угу. Попробуйте. Прям право-лево, наклоны. Нигде ничего не зажимает. Могу вращаться во всех плоскостях. Отлично. Давайте тогда поподкидываем. Села в выпад, сижу на левой, правая еле касается пола. Ушла вниз, увела копчик назад, опираемся на руки. Убрала волосы вниз и отсюда подкинуть, чтобы они улетели за затылок вверх. Угу. Мягко вниз и вверх. И еще раз. Угу. И поменяли ножку. Прям. Готово. Копчик назад, сброс. И поехали. Еще. Оп. И еще раз. Отлично. Лысым девушкам чувствовать свою сексуальность без волос тоже можно. Поэтому легко. Можно просто медленно перекатывать. Так, хорошо. Давайте еще немножко бедрами. И будем учить танцевальную связочку. Ноги вместе. Та же самая восьмерка, которую мы делали. Только ноги вместе. Мы отводим бедро в сторону назад, в
сторону назад. Сливаемся с музыкой и плывем. А руки вот они на бедрах. Руки все время активные, то есть они нигде у нас не висят. Мы их тоже чувствуем, и как будто вы руками двигаете таз. Бедра двигаете с помощью рук. Получается восьмерочка. Прямо обхвати себя. Обхвати. Да. Растопырь пальцы. Вот, да, должна быть энергия в руках. Ага, отлично. Молодцы. Хорошо, пошли, начнем. Вот отсюда. Стоим на двух ногах. Правая рука вверх. Вверх. Вниз. И села на левое. Вернее, на правую ногу, левое колено согнула. Угу. Получается вдох. И села, выдох. Немножечко скрутилась. Ну, еще раз, пошли. Вверх. И села сюда. Угу. И еще раз. Вверх. И села. Отсюда левая нога встает в пол, и мы разворачиваемся в диагональ. Угу. Руки вперед. От себя. Угу. Еще раз. Поехали медленно-медленно. Раз. И два. И три. Спиной чуть-чуть оттяжка от рук. Колени полностью вытянуты. И три. Еще раз. Семь. Восемь. Раз. И два. И три. Угу. Еще раз и дальше. Семь. Восемь. Вверх. И села. Встала. Руки. Угу. И отсюда мы как будто надеваем топик на себя. Угу. Хоп. И одела. Да, прям руками. Не скромничайте. Это же ваше тело, не бойтесь его. Хоп, и оделась. Ага, еще раз. Чик. Прям по себе, да, сверху, по ребрам вниз. Угу, поехали сначала. Пока медленно-медленно. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, нога, и три, и четыре. Еще раз. Пять, шесть, семь. Рука вверх и села. Раз. Нога, руки, оделась и назад. Угу. Давайте еще раз, я к вам лицом. Приготовились. Все то же самое. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два. И три, и четыре. Пошире вставай, прям пошире, так устойчиво. Оттянулась от рук. Дальше. Лопатки назад. Еще назад. Опрокинься спинкой назад. Вот. И теперь дотянуться грудью до рук. Ага, еще раз. Дотянуться грудной клеткой до рук. Мягко. Пятка на полу. Только верхом. Только верхом. Грудной клеткой. И, да. Угу, поехали. И дальше будем делать. Пять, шесть, семь. Рука как крыло. Вверх, щелчок, села, встала и одела. Угу. Отсюда. Раз, и два, и три, и четыре. Подставляем правую ножку к себе, и бедра двигаются влево-назад. Влево-назад по кругу. Еще раз. Подтягиваем ее, как будто она тяжелая, по полу. И бедра влево-назад. Влево-назад. Еще раз. Семь. Восемь. К себе. И сразу таз начинает вращаться. Еще раз. Семь. Восемь. И раз. И раз. Да. И опускай обе пяточки на пол. Вот она у тебя идет по полу, по полу, по полу. И ты сразу стоишь на двух пяточках. Да, без полупальцев. Руки у нас были здесь. Хоп. Мы их тоже подтягиваем на бедра
И они у нас остаются сбоку на бедре, пальцы вытянуты. Ну, давайте попробуем соединить. 5, 6, 7, вверх. 1, и села, 2, и 3, оделась, 4, к себе, бедра, бедра и точка. Еще 1, 7, 8, вверх, вниз, и 3, и 4, и 5, и 6. Ага, давайте я к вам лицом, все то же самое. 5, 6, 7, поехали. 1, 2, 3, не торопись, и 4, и 5, и 6. Супер, пошли дальше. Угу. Бедра, бедра. Дальше мы разворачиваемся правой ногой накрест. Осталось спиной параллельные стопы. То есть полуразворота получается. Ножка накрест, вкрутила себя с прямой спинкой и встала в широкую позицию. Чтобы получилась широкая позиция, нам нужно поставить ногу сразу на нужном расстоянии. Не вперед, смотри, Оксана, не вперед, а на одну линию. На одну линию с правой, вот. И вкрутилась, и осталась спиной. Чик, да. Угу. Бедра, бедра, 2 раза. 7, 8. Бедра, бедра, точка, разворот. И еще 5, 6, 7, 8. Бедра, бедра, точка, разворот. И смотрите, отсюда села. Правая нога на полупалец, оглянулась, как будто позвали сюда резко. Вместе с рукой. Да-да, кто здесь? Типа того. Такая вся танцевала, танцевала. Ага, кто здесь? Только нежно. Поехали. Бедра и бедра, бедра, точка, разворот. Кто здесь? Все, теперь вы это никогда не забудете. Еще 5, 6, 7, 8. Бедра, бедра, точка, разворот и остались, замерли, смотрю, как вы сидите. Ага, только не «эй, ты», а вот такая кисть вниз. Да, ладошка вниз, кисть сброшена. Просто, не знаю, там платок кинула за себя, без пальцев. Да, и вот ваша рука пошла через верх и сюда вниз пришла. То есть она, не останавливаясь, по кругу через верх вкрутила и вниз. Стоишь на двух ножках, вот здесь на одной. Дальше, как только рука наверх, сразу встаешь опять на две. На две, и рука стекла, как вода, вниз. Супер, бедра. 5, 6, 7, 8. 1, 2, накрест. 3, разворот, 4, оглянулась, 5, 6, вниз, 7, 8. Умнички, давайте все сначала соединим. 5, крыло, 6, 7, 8. 1, и села, 2, и 3, и 4, и 5, и 6, 7. И 8. 1, 2. Да, как-то так. Еще 1. Пока слушаем счет, да? 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сразу оглянулась. И 1, 2. На широкая позиция. И отсюда ронд мы делаем ногой по полу. Ронд, накрест, разворот. Нам нужно нарисовать полукруг правой ножкой назад,
начертила по полу, поставила ее здесь плотненько, развернулась, чтобы вы остались ноги вместе. Еще раз. Для того, чтобы нарисовать ронд, нужно сесть в опорной ноге, левое колено согнуть. Полностью проверьте, поднимите ногу, балансирую, сижу на левой. Угу. Отсюда пошла, рисую, точка, развернулась. Давайте с бедер. 5, 6, 7, поехали. Бедра, точка, и оглянулась. Рука вверх, 5, 6, вниз, 7, 8, ронд. 1, 2, 3, вкрутилась, 4. Немножко таки, да, присесть в левую и вытянутой ногой нарисовать. Немножко на контрасте, где-то быстро, где-то медленно, да? Если здесь мы сделали резко, потом опять медленно, потом активно и развернулась. Давайте сначала. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нога 7. И оглянулась 8. 1. И выросла на двух ножках. Стой. 2 на 2. 1, 2. Просто выросла. Дальше пошел ронд. 3 и 4. То есть для того, чтобы развернуться, у нас есть всего 2 счета. 3 и 4. Поэтому медленно, медленно. А вот дальше 3 и 4. Чуть быстрее. Нога сзади, сразу в сторону, не останавливайтесь там. Да, и вкрутилась. Делаем, оглянулась, 8. Сижу на левой. Ага, не на левой, на левой, на левой. Да, широкая позиция, шире ножки. 8, наверх. 1 и 2, встала на 2 ноги. И сразу ронд. 3 и 4. Все сначала. 5, 6, 7, 8. 1 и 2 и 3. Одела и 4. Бедра 5, 6. Нога, разворот, оглянулась. Медленно раз, встала на 2 ножки. 2 и нарисовала. 3 и сюда 4. Угу. Дальше у нас идет 8 бедрами, которые мы с вами пробовали в разминке. 5, 6, 7, 8. Право-лево, право-лево. Пам, 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 пам. В это время руки поднимаются локтями вверх. Вот сюда. Прям взяла как будто резину с пола и ее тяну, закрылась вверх. Только не олени, а локтями вверх. Локтями вверх. Вот такое положение. Да, это из другой оперы. Это другой стиль танца. А мы здесь, знаете, такой кусочек фламенко. Закрылась и подняла локтями вверх. Угу. Это мы делаем одновременно с бедрами. Начиная с правого бедра. Вверх, 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 вверх. Еще раз. И право, лево, право, лево. Смотрю. И чик, чик, чик. Ага, только пятка не наверх, а в пол. В пол, в пол, в пол. А ты делаешь наоборот, смотри. Правая вниз, левая вниз. Правая вниз. Нет. Давай. Вниз, вниз. Наступила, наступила. Вот, да. Левая, правая, левая, правая. Левая. Почувствовала? Поехали с руками, еще разочек все вместе. Вот мы раз... развернулись. Сразу ручки собрала. И пошла. 4, 3, 2, 1. Отсюда резко сброс. Села. Вот у нас нога была. Мы в опорной. Сели, сделали и встали. Сброс, голова влево, мах, и эту же ножку открыла, осталась диагонально. Еще раз. Вот отсюда, правая на полупальце. Села как будто на стульчик, бросила руки. Влево,
круг головой и открылась. То есть прям сижу на левой, на левой, на левой, и только в конце встала на две. Угу. Давайте с бедер. 7, 8. Раз, два, три, четыре. Сброс. Голова, точка. Еще раз. 7, 8. Бедра. Раз, два, три, четыре. Сброс. 5, голова. 6, и встала. Еще раз. Поехали. И раз, два, три, четыре, села, 5, голова, 6, и встала, 7. Да, только встала на две прямые. Как вот здесь мы стояли, да, вот здесь то же самое, теперь только в другую сторону. После головы встала. Давайте отдельно, только голова встала. И чик-пам. Еще раз. И встала. И еще раз. Сижу, сижу, сижу на левой, на левой. Поехали. И... Угу. А теперь с бедер. 7, 8, 4, 3, 2, 1. Пам, пам, пам. Не забывайте. Еще раз. 7, 8. Бедра, бедра. Бедра, руки вниз. Голова. Щух, пам. Супер. Все, сначала до этого места. Я все подскажу, не переживайте. Все очень медленно. 6, 7, 8. Раз. И села. 2, 3. Оделась. И 4. Бедра. 5 и 6. Разворот. 7 и оглянулась, 8 наверх. Раз, встала на две ножки, и 2, рунд, 3 и 4, бедра, 5 и 6, руки вниз, чик, па. Да, в конце па. Обязательно. Давайте еще раз. 5, 6, 7, 8. Раз. И 2, 3 и 4. 5, 6, 7. И оглянулась, 8, пауза. Медленно встала на две ноги. 2, рунд, 3 и 4. Правое бедро. Локти вверх, вверх. Сброс. Чик. И па. Супер. А, еще раз и дальше. 5, 6, 7, 8. Раз. Села. 2. Встала. 3. Одела. 4. Ножки вместе. 5 и 6. Накрест. 7. И оглянулась. Без пальцев. Вверх на две ноги. Встала. Рунд. 3 и 4. И правое бедро. Локти вверх. Вверх, вверх, вверх. И сброс, голова и точка. Угу. И пойдем вниз. Самое красивое внизу. Получается, мы сделали 5, 6, 7. Давайте тоже сделаем с руками. Так же, как у нас было, повторим в другую сторону. У нас получится сброс, голова, точка. Угу. Да. А отсюда пойдем вот таким образом, также повтор, хоп, вниз, села на правую, села на левую. И осталось на двух коленях, коленях стопы на полупальцах, колени в стороны. Вот такой стульчик. Угу. Вот это нужно сделать, стечь вниз, за счет волны стечь вниз. Угу. Давайте попробуем. Раз. Вниз. То есть вы, когда волну доделываете, таз нужно максимально толкнуть вперед. И вот в этом положении пойти вниз, 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 приземлиться на правое колено, потом убрать левое. Да. Поехали. Одеваемся. И раз, два. Убрала вторую ножку. 3. И сижу ровно, как на стульчике. Еще раз. Давайте с бедер. 6, 7,
8, правое, левое, правое, левое, вниз, голова, точка, оделась, сразу, вот как только, стоп, как только от рук ушла, сразу к ним и пошла вниз, еще раз, к рукам, колено, колено, ага, должно быть такое ощущение, вниз, да, сдулась. Таз вперед. 5, 6, 7, 8. Таз назад, таз вперед. Села, села. И вот здесь у нас два вращения грудной клеткой справа налево. Справа налево. Угу. Амплитуда в основном вперед акцент. Вдох. Помним, что раскрываем мы всегда грудную клетку на вдохе. Делаем это очень аккуратно, сдержанно, без лишних эмоций. Юля, на полупальцах. Колени шире. И вот опять, вот здесь шарик внутри. И покатала шарик. Помните, раньше были такие пирамидки? Надо было шарик железный закатить на самый верх. Помните? Вот ваша пирамидка. Закатываем. Вот, там надо было очень осторожно и аккуратно, поэтому делаем это красиво и аккуратно. Так мы будем делать всего два раза. Поднимаемся наверх. С бедер. 5, 6, 7 и 4, 3, 2, 1. Села вниз, голова встала. И сразу волна. Стекла, подставила колено и грудь, два раза. Колени шире, Юль. Когда садишься, сразу раскрывайся. Еще разочек. 5, 6, 7, локти вверх. 4, 3, 2, 1, руки вниз, голова, точка, волна, вниз, колено в сторону и сразу. Угу. Все, сначала до этого места. Впереди еще много вкусного, давайте. 5, 6, 7, 8. Раз и два. 3, 4, 5, 6, 7. Оглянулась, 8, кисть. Наверх встал на две ножки. 2. Не торопитесь, пока медленно-медленно. Ронд. Вкрутилось 4. Пошли бедра. 5 и 6. И сброс. Голова от рук. Волна. Раз, стекла вниз. Колено, колено. И грудная клетка. Вперед и вперед. Супер. Отсюда по диагонали мы уходим кошечку, в кобру, как хотите, называйте. Сначала покажу, потом объясню. Пам, пам. Угу. Пам-пам-пам. Руки. Упор перед собой, колени сначала в стороны. Теперь вы принимаете себя на руки, прогибаетесь, грудной клеткой шоркнули по полу и собрали ножки, вытянули за собой. Да. Нужно туда проскользнуть, как по льду. Вы сидели на полупальцах. Если в замедленной съемке, да, то поехали прям медленно-медленно. Выглядит это так. Упор. Отжалась. Прогнулась. Хвост трубой. Шоркнула по полу и собрала прямые ножки за спиной. И осталась пока здесь. Да. И ножки вытянулись. Потом левая рука вперед. И развернулась на спинку. Смотрите, как мы разворачиваемся. Левая рука впереди, правая в упоре. Когда мы разворачиваемся, мы пошли на бок. Ножки идут скрестно. Видите, да? Вот они крест-накрест. И аккуратненько через пол доворачиваются. То есть мы никуда не поднимаем. Мы их тянем через пол. Да, поехали. Как жвачка приклеилась к полу и
отлепила себя и прилипла спиной. Все, раз, 7, 8, раз и 2. И еще на руки обратите внимание, это очень важно. Должно быть красиво, да? Нам же нужно, чтобы было красиво, поэтому руки идут через грудную клетку и в стороны. Через себя. Получилось? Чик. Чик. Да, 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 да. Поехали. Заныриваем. Нам нужно сделать теперь все это слитно. Давайте начнем с кругов грудной клеткой. И 7, 8. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4, да, не моргаем. Делаем 1, 2 туда, 3, 4, перевернулась. Да, давайте помедленнее. Но без остановок, только вынырнула, сразу на спину. Грудная клетка, грудная клетка. 1, 2, рука, разворот. И открылась, и ножки согнула. Да, и руки в стороны. Вот они сразу открылись. Еще раз. Полупальцы, колени в стороны. 6, 7, круги. И пошла. 1, 2, 3, 4. Прекрасно, все с самого начала до этого места. Соединяем. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два. Ты, что-то у нас? Все правильно? Сори, еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и тело два. Три, четыре. Бедра. Пять, шесть, семь. И встала на две, рука вниз, рон, вкрутилась, бедра, и сброс, голова, точка, волна, села, села, круги, круги, и заныриваем. И давайте отсюда закончим наверху. Да, то есть мы сделаем точку, да. Разворот, точка. Да, только когда таз выпрыгивает наверх, мы не зажимаем плечи. У нас верх расслаблен. Да, и ножки вместе. Угу. Все, все сначала до конца. Давайте уже вливайтесь в музыку. 5, 6, 7, 8. Раз, и два. Won't you please come on down? 4, 5, 6, 7. И оглянулась, 8. Вытянулась медленнее, рон. Там, там, там. И 4, 3, 2, 1. И оп, вниз, села. И бам! Где бам? Давайте с нырка. Смотрите, девочки, у нас по счету должно быть. 1, 2, 3 и 4, бам. Да. Ну да, все, вы уже все выучили. Можно и немножечко ускориться. Приготовились. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4. Бам! Испуганно. Лицо испуганного кролика. А вот теперь расслабьтесь. Сделайте вдох. Выдох. И просто покайфуйте. Хватит стараться. Просто кайфуем. Готовы? 5, 6, 7, 8. Раз. Чик.
come on down, Mr. Williams. Won't you please come on down? Точка. Сейчас медленно тянем, тянем, тянем рот. Пам. И. Out in the country, Mr. Williams, you сел, can голова. Till the family of man moves. И пошла. Don't worry about the royalties. It's a non-commercial song. We gonna sing it down, down all night long. Супер. Еще раз. Come on down, Mr. Williams. Won't you please come on down? Семь. Вдох. Remixing blues have come to town. Медленно, ровно. Точка. Локти. И вниз. Сел. И пошла. Три, четыре, пауза. Ну как? Последний раз. Кайфуем. Пять, шесть, семь, вверх. И. Раз, два, три, медленно. Медленно, 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 ровно, молодцы. Бедра, локти. Come on down, Mr. Williams. Won't you please come on down? The remix and blues have come to town. Yes, they have, yes, they have. I wish Mr. Williams would come remix a song. Супер. Умнички. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. Просто на месте. Вдох. Сброс. Мягкой вверх. И еще раз. Сброс. И медленно вверх. Ну что, отлично? Спасибо всем. На сегодня это все. Жду вас на следующем уроке. Будет много интересного и вкусного. Возвращайтесь. До новых встреч. Get you tapping with this cold my feet till it's remix time. Till it's remix time, yeah. Come on down, Mr. Williams. Oh, won't you please come?